Доброго времени суток. Информационное видео для всех счастливых обладателей автомобиля Toyota Highlander. Вот я приехал в город под названием Лагуна Нигуэл посетить своего друга. Машине этой скоро будет год. И вот незадача. Багажник у нее не открывается. Система автомобиля показывает, что багажник открыт, а на самом деле багажник остается закрытым. Так что не отчаивайтесь, решение проблемы очень простое. Ну, решение действительно очень простое. Берете металлический инструмент, в моем случае это ножик. Открываете вот эту пластмассовую крышечку. Внутри появившегося окошка вы видите вот этот вот язычок металлический. На него легким нажатием пальца нажимаете, и дверь открылась. Освобождаете от зажатия замка, и дверь ваша открылась. Дальше ставим на место эту крышечку. Выйдя на улицу, берете и тянете крышку багажника просто наверх. Все, проблема решена. Теперь включаем зажигание автомобиля, заводим машину, ну пусть прогреется по ходу. Идем обратно к багажнику. Здесь есть кнопка, а здесь есть информация, как регулировать высоту крышки багажника. Нажимаем. Ждем 2 секунды, и все. Крышка багажника опять работает, как положено. Делаю проверочное открытие крышки багажника с пульта автомобиля. А теперь закрываю. Спасибо за просмотр.